Сентябрь для школьников, студентов, родителей – это всегда ожидание чего-то нового. Даже если все знакомо, буднично, и уже вовсе не в первый раз в первый класс, все равно ждешь, что может случиться что-то интересное и неожиданное. С этого года учеба для учеников села Ебланевого будет не только комфортной, но и теплой и уютной. Барышевский район стал одним из победителей конкурса районов на участие в проекте «Местное развитие, ориентированное на громаду», после чего в районе был проведен конкурс сельсоветов. В результате Яблоневский сельсовет был отобран для участия в проекте ЕС-ПРООН. И мы работаем с этими селами для того, чтобы дать им возможность научить их объединиться, вместе определить самую главную проблему, список проблем, которые существуют в их селе, и самую главную проблему, помочь им решить одну из этих проблем, но больше научить их решать проблемы самостоятельно, сотрудничать с местной властью, находить ресурсы как спонсоров, так и доноров, так и внутренние ресурсы внутри самого села, самого своего сообщества. Проблем в селе немало, и определить наиболее важную из них – дело нелегкое. Своим первым микропроектом громада решила улучшить условия обучения в школе, заменив окна. При замене окон в помещениях нормализовался температурный режим. Проект обошелся в 20 тысяч долларов. Яблонева загальноосвітня школа перших-третьих ступенів існує 50 років. Жодного разу не підлягала капітальному ремонту. І от в цьому році, дякуючи проекту, дякуючи нашим партнерам, наша школа оновлена. Нас замінено 82 вікна, замінено троє дверей. Этот учебный год запомнится для детей надолго. Сільській перегині випала досить почесна місія. Школою села зацікавилась Європейська комісія. Ребята и учителя к мероприятию готовились достаточно серьезно. Это было удивительное время. Порыв энтузиазма и у родителей, и у педагогов, и у детей. Благодаря знаниям и навыкам, которые громада приобрела и продолжает приобретать в рамках этого проекта, она смогла успешно мобилизировать человеческие и финансовые ресурсы, приобщила новых членов, получила партнерскую поддержку власти и всех жителей Яблоневого. В ближайших планах громады отремонтировать детский сад.